Никому не нужный блог! Никому не нужный блог. Такие дела, ребята. Соточка пришла. Конец года, по 31 декабря. Всех поздравляю с наступающим. Запилил себе новый клевый дизайн. Вон та птаха сзади напоминает об этом. А еще кипарик. Вот так вот. За это огромное спасибо Антохе Шестакову. Просто маэстро. Новый сайтец. На нем самая актуальная информация. Название продакшена. Четкая манифестация действий. Ценники. И все, что вы хотели бы знать, чтобы понять, надо ли со мной иметь дело или нет. Спасибо огромное Владосу Вагнеру, потому что он сделал это. Перейдите обязательно на сайт просто kinolebedev.ru. Можно руками написать. Ссылка в топ-линке, если вы в инсте смотрите. Ссылка в описании, если вы в ютубе смотрите. Так, ну а мы идем дальше. Что это, по-вашему? Это логотипчик компании Space Souls, которая делает игры. Никогда еще такого не было в геймдеве. И теперь есть. За этот логотипчик спасибо Лехе из Good Like Icons. Кстати, за все стикерочки респект парням из Unlimited Print. Пока шел марафон, я, в общем, занимался закрытием всяких рабочих долгов. Ну, немножко поснимал фэшн. После Нового года уже будет появляться у меня постоянно спамить вам в инсте. Пока что можно посмотреть небольшой бэкстейдж ролик о том, как это было. На самом деле. Денис Калинкин и вся его тусовка. Классные ребята. Будем снимать с ними в новом году кучу прекрасных промо-материалов за гигантские деньжища. Все для вас. Сарафанное видео класс. Мне очень понравился этот формат. Поэтому, если у вас есть какая-то движуха, зовите туда. Я сниму ее, выкину в сеть. Кто-то о ней узнает, придет к вам. Принесет вам деньжищ, принесет вам хорошего настроения, новых знакомств, благодаря которым бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Чисто сарафанное видео. Если у вас есть какие-то идеи, пожелания или прочее, напишите в комментарии. Я быстренько это сделаю, потому что, ну, как бы... Лебедушкой сюда. Важнейшая штука, которую народ всего мира и планеты Земля замутил в этом году, и в следующем она даст свои невероятные плоды, это телескоп Джеймса, блин, Веба. Наконец-то его запустили, тысячу раз переносили, что-то там корректировали, поправляли, и уже все ждали, не дождались, пока этот супер телескоп не заработает. Буквально через 4 месяца он, наконец, начнет посылать свои первые фоточки. И, о боже, я боюсь представить, что мы там увидим. Всем, кто любит астрономию, всем, кто любит космизм, идею каких-то вот этих вот великих вселенских тайн и прочего, просто настоятельно рекомендую. Маша и Медведица. Маша из нашего планетария. Собирай там самую актуалочку вообще на любую тему. Можно, есть чатик, можно задать любые вопросы, быстро влиться в тему. Короче, это просто мана небесная для тех, кто любит звезды. Ребята, у меня есть лайфхак, который я использую вот уже 5 лет, и каждый раз получается феерически. Пупы, RYTP, классная движуха, ребята переделывают на монтаже речи разных людей, куски фильмов, выступлений, публичных передач, чего-то остального. Разная степень накала юмора там есть, от очень жесткого трэша до просто такого легкой сатиры. И вот, новогоднее поздравление президента переделывают каждый год, но есть одно, оно, по-моему, 2013 года или 2015, просто топовое вообще. Лучшее пока еще не сделали, каждый Новый год включаю его, и все наслаждаются вокруг. Ни разу еще не было ни одной негативной реакции, все лежали под столом, так что если вы никогда не делали такой фигни, просто будет ссылочка. В Ютубе, естественно, в описании, в Инстаграме что-нибудь придумаем.
переходите. Ролик длится 3 минуты 40 секунд, так что можно просто по таймеру поставить, там куранты будут бить. Просто подгадайте по времени, ставьте, включайте, никакого Первого канала. Просто насладитесь, поржете, и будет все хорошо. Вот. Любовь, ребята. Это вам.